столетию ТАССР посвящается. «26 марта 2002 года налоговая полиция Татарстана передает Духовному управлению мусульман республики уникальный экземпляр Корана. Рукописный фолиант специалисты датируют концом 18-го – началом 19-го столетия». И переписан, кстати, очень интересно, потому что очень красивый почерк, переписан чернилами, которые сохранились до наших дней. Огласовки переписаны красными чернилами и с золотым орнаментом. Книгу, созданную неизвестным переписчиком в Персии и оцененную специалистами в сумму от 15 до 20 тысяч долларов, в дар Духовному управлению преподнес один из столичных коллекционеров, пожелавший остаться неизвестным. А чтобы артефакт попал по назначению, в качестве посредников попросил посодействовать налоговых полицейских Казани. Просьбой передать. То есть, будучи уверена, что именно, значит, благодаря налоговой полиции эта уникальная вещь попадет в руки того, кому она предназначалась.